В Саратовской области подводит итоги операции МАК-2014. С мая по октябрь саратовская служба зарегистрировала более 1000 преступлений, связанных с производством и оборотом наркотиков. Изъято свыше 50 килограммов марихуаны и около 3 килограммов гашишного масла и гашиша. На территории области выявлены и уничтожены почти 500 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Установлено 4 факта их незаконного культивирования. Так, проживающий в Питерском районе гражданин выписал семена из Голландии и оборудовал в сарае оранжерею конопли. В отношении горе-садовника заведено уголовное дело.